Йоу-йоу-йоу, магнитолог, сегодня с вами, как обычно я, магнитик Плей, и как вы уже правильно поняли по названию видео, ролика, сегодня у нас продолжается карьера за Артема Конева, то есть за меня. Вы подпишитесь на мой канал обязательно, прожмете этот жирнющий лайк и разметьте колокольчик для уведомления о моем канале. Команды, ну а мы начинаем. Да, мы сразу же на Америке запасных. Ну ничего, ничего. Подождем, подождем. Лейм. И забивает слайм, ничего себе. Вот даже партнёры по команде после аплодисментов, да. Продолжаем, продолжаем. Бороться за победу. В прошлой части мы с вами проиграли со счётом 4-1. И... Забивает игрок Блейк. Ясон Блейк забивает вот такой вот гол. Я решил вновь сузить, так скажем, оборону, чтобы игроки не могли пробраться к воротам, но все-таки пробрались и сравняли счет. Ну давайте мы хотя бы 2-1 что ли делаем в этом матче. Напоминаю, подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик для уведомления о моем канале. Это поможет продвинуть мой канал и промотивировать меня. И тем самым вы увеличите шанс на подписку и на просмотре моего видеоролика. Артём Конев уже на льду. И Артём не забивает. Не забивает. МС Дональд. Наверное, мы уже ушли на Америку. Жалко, жалко. Сейчас решит всё овертайм. Овертайм. Это как бы золотой гол у нас, да? Марчан! И забивает! Марчан забивает! Вот овертайме! Ничего себе, смотрите! Прямо бах, невяточку! С вами был Магнет, да? Подписывайтесь на мой канал, ставим лайк и прожимаем на колокольчик для уведомления о моем канале. Но играйте, самое главное! Только хорошие игры. Всем удачи, не болейте. И до новых встреч. Ребята, до новых встреч. Пока, пока, пока.